На две модельные библиотеки в Улан-Удэ станет больше. Победителями конкурса по национальному проекту «Культура» стали детская библиотека филиал номер 6 в микрорайоне Загорск и филиал библиотеки номер 19 на ПВЗ. Цель конкурса – модернизация муниципальных библиотек. В этом году на финансирование модельных библиотек сумма увеличилась. Первые библиотеки, которые мы открывали, финансирование было по 5 миллионов, в этом году по 8 миллионов, что отрадно. Дизайн-проекты уже готовы. Детская библиотека в Загорске связана с историей авиазавода, поэтому там центральной темой оформления станет авиация. Филиал номер 19 находится на ПВЗ, и там будет центр краеведческо-патриотических инициатив «Гид времени». Добавлю, что первая модельная библиотека в Улан-Удэ открылась в 2019 году в микрорайоне «Восточный».